Привет всем, с вами снова Денис Рем. Ну вот пришла зима, и я долго ждал, пока я пойду в русскую баню у нас в Айхахе. Небольшая предыстория. Мы в эту баню ходили много раз, 2012-2013 год. Но в конце 2013 года на Новый год она сгорела. И только сейчас, в конце 2015 года, ее восстановили, и мы снова можем ее посещать. И это наше первое посещение. Вот мы приехали. Это задний двор бани, у нас здесь поле для футбола, а здесь вы видите баня. Она делится на три части. Даже могу показать, вот это вроде первая. Вот это первая баня, вот это вторая. И оттуда третья. Ну, пойдемте посмотрим, как у нас внутри. Ребята серьезно постарались сделать баню в русском стиле, и она на дровах. Кстати, в Германии баню на дровах вы не часто встретите. Баня называется Dry Baron, три медведя в переводе. Смотри, они уже все доделали, здесь закрыли, да, чтобы не видно было. Я еще был здесь, когда была здесь полностью стройка, здесь бетон мешали. А сейчас сделали вот так. Интересно. Дорожку выложили. Тут что-то криво стоит. Вот она баня. Первый вход, второй вход. Баня номер два. Цифры повесили. Точно. А это третья, ой, первая баня получается. Первая, вторая и третья. Красиво очень сделали, да, вот эти вот вырезка из дерева. Ты сам кочегаришь, да? Разжигаешь? Я сам. Угу. А потом просто подкидываете все? Потом подкидывают, да. Уже она будет горячая, супер. Готовая. Это хорошо. Я ее снимал. Пойдем наверх. Здесь есть. Я не буду в обуви туда заходить, потому что там чисто. Ведро есть. Можно обливаться холодной водой. Да, три душа. Туалет, если кому надо по нужде. Ну а самое сверху. Плетеные лапки. Да? Офигенно сделали в стиле. Мне нравится. Комната для курящих. Пепельница, да? Как у нас у всех было. Раздевалка. €1 кидаешь, закрываешь. Сейф для личных вещей. Во как. Во как. Обеденный стол. Бар. Ну-ка, интересно, двигается, нет?
Да, двигается. Холодильник. Ну вот, пожалуйста, снизу паришься, здесь гуляешь, отдыхаешь. Еще главное здесь. Следующая сауна. Получается, вот сейчас будет большая. Угу. Там точно так же, только больше. Пойдем вниз. Хорошо, тепло, да? Да, здесь уже больше, для больше народу. Это большая сауна, которая здесь стоит 20 евро с человека. Это что такое? Не, ну вот, смотри. Черпак такой. Подбивай. Пойдем дальше. Здесь они жарят шашлыки. Мангал, газовый мангал, барбекю. Ага. Печка. Пахнет жареным мясом. Слюнки потекли. Ну, пойдем зайдем вовнутрь. А также есть типа гостиница. 7 номеров всего у них. Тут есть вообще кто живой? И когда мы приходим, мы попадаем прямо в кафе. Давайте посмотрим, что у нас есть в меню. Вот этого я тоже не видел. Мы когда сюда приходили в прошлый раз, договаривались на баню. Здесь еще пакеты лежали, все собиралось. А некоторые сидухи были не обшиты, стульев таких не было. Там стройка была. Меню. Салат. 3,50. Салат из огурцов 3,20. Шеф-салат 6,50. Так, шашлык с луком 6,50. Жареный на углях. Чебуреки. Написано, смотри как. Чебуреки. 2 штуки. 7 евро. Шашлык дешевле стоит, чем чебуреки. Пельмени порция 20 штук. 5,50. Лаваш 3,50. Ну и остальное. Водка, рум, виски, когняк. И открыто. Митвух донорстаг фрайта. Среда, четверг, пятница с 17 до 23. Суббота, воскресенье с 12 дня до 24 вечера. Ночи. Вечера, ночи. Монтак, динстак, уитак. В понедельник и во вторник не работают. Будем знать. Вот, ну здесь у нас бар. Пойдемте дальше посмотрим. Я считаю, сделал смотри с подсветкой. Реально, мы когда сюда приходили, была та же барная стойка. Ну то есть не вот такая вот, а она стояла точно так же. Но она была какая-то замусоленная, старая. Молодцы, переделали капитально. И причем это новые хозяева, они перекупили здесь все и построили все заново. Пойдем посмотрим дальше, что еще есть. О-о-о. Ты посмотри, какую они сцену сделали. Да. Шар. Теперь я на сцене. Сегодня я хочу сказать вам и поблагодарить вас за все, что вы для нас сделали. Уважаемые подписчики канала Destakar, большое спасибо, что вы с нами.
Оставайтесь с нами и посещайте наш канал. Мы будем делать для вас новые и интересные видео. Ну вот, в принципе, посмотрели мы зал. Пойдем дальше. Угу. Проходим дальше. Пойдем наверх в отель. Комната 0. Все свежее на кухне. Ну что я хочу сказать, все новое. Не придерешься. Мы, кстати, селили уже наших гостей в этом отеле. Две, туалет, тоже душ. Ну, нормальный. О, вот это интересно. Да? Ну что ты не горишь? А что не горит? Что для чтения, правильно я понимаю? Ладно. Минус. Ну, в принципе, все одинаково. Телевизор. Ну, как бы, да. Все, по-моему, 7 комнат. Интересно, у них Wi-Fi есть? Вэлан. Пахнет деревом. Класс. Я часто бываю в отелях, я считаю, что я бы с удовольствием ночевал вот в таком. Потому что мы приезжали в отели, нам давали ключи, я захожу, воняет плесенью. И вот такая вот стена, она закрашена. Вот закрашена такой краской. Если краску берешь, так отбираешь, она так половина стены обваливается, под ней такой толстый черный слой плесени. Я считаю, это люкс номера. Приятно, когда новое. Прошу дальше. Денис, менеджер, обращайтесь к нему. Пойдем дальше. А этот зал большой, а маленький зал где? Есть маленький? Вот этот маленький зал. А, ну все, отлично. Значит, все показали, в принципе. Вот, в принципе, и все. Сегодня мы посетили русскую сауну в Вайхахе.